Московская прокуратура вплотную занялась «Новой газетой». Властям не понравилась статья Михаила Ходорковского по проблемам судебной реформы, опубликованная в газете. Депутат Госдумы Сергей Абельцев заявил в прокуратуру. Парламентарий усмотрел экстремизм в статье экс-главы ЮКОСа. В результате в органы вызвали сотрудников газеты. Помощник прокурора Дарья Осипова требовала объяснить, как именно статья Ходорковского попала в газету. Объяснили по электронной почте, точно так же, как и все остальные материалы от граждан, желающих быть опубликованными на страницах издания. Журналист «Новой газеты» Александра Самарина считает, что в прокуратуре просто хотели выяснить технические подробности проникновения на волю статьи Ходорковского.